Проповедь из книги Лапкина Игнатия Тихоновича «Открытым оком», том 9. «Не будь неверующим». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Ничего не слышу, брат Михаил. Вот какой день удивительный. Не слышно. Можно подумать, что интернет после воскресной пьянки не пробудился. Отец Игнатий, сегодня про Фому рассуждали с детьми. Думаю, сейчас послушаю проповедь, а тут на нету звука. Вот от нас не зависит. От нас испытывают терпение как? Когда выбрасывает что-то из интернета, не пойму почему. Прям раз отключает. По образу Саула, когда вовремя не пришел Самуил, ну и что он сделал? Потерял царство. Терпения не хватило. Давай опять по новой. Сейчас еще раз попробую. Так, если еще не будет, то я тогда ухожу совсем. Вот у меня дела. Сейчас, Господи, благослови. Проповедь из книги Лапкина Игнатия Тихоновича «Открытым оком», том 9. «Не будь неверующим». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Вот если бы мы так приветствовали всех, кто не нашего круга, кто еще не знает Бога, священники упирают на главные слова для них: «Кому простите, тому простится». И мы принимаем, что мы находимся в церкви, и у нас есть по священству благодать отпускать грехи. Но вот здесь говорится о разделении людей только на два лагеря. Не по нациям, не по статусу, не по здоровью, и по и возрасту, не по образованию или имению, но верующие и неверующие. Научитесь людей разделять только так. Все остальное никакого значения вообще не имеет, ибо все условно. Иоанн Златоуст говорит, что у Фомы была вера. Фома знал, что апостолы будут говорить другим, ссылаясь на лично ими виденное. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. А о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. 2 Петра, 1 глава, 18 стих. И этот глаз, принесшийся с неба, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Основываться на том, чего не видел, будет очень сложно. И поэтому он говорит: «Пока не увижу». Он не говорит, что не буду верующим, но мне надо увидеть, чтобы мне не говорили: «Сам ты не видел воскресшего Христа». Апостолу Павлу говорили это. Он отвечает: 1 Коринфянам, 9 глава, 1 стих. «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Ему Господь являлся, но доказывать это нельзя было. А Фома видел раны Господа, и даже повеление ему было ощупать его руки. Такого ни одному апостолу не было сказано. Марии Магдалине запретил даже прикасаться. Фома, как бы неверующий,
Так привыкли в мире. Фома неверующий. Так везде говорят. Это, наверное, Фома. Верующий, глубоко верующий человек. Благодаря своей вере и желанию еще более увериться, он помогает сегодня нам, чтобы мы определили себя, кто мы, верующие или неверующие. Вера дается только через проповедь, вера от слышания. От слышания, а не от икон, то есть не от глаз, не от того, что ты ешь, причащаешься, не от вкуса, не от обоняния, не от ладана, не от колокольного звона, ни от чего, как только от слышания. Слышание чего? От слышания Слова Божия. Не от того, что ты во сне видел, что тебе наблагоухало. Явился к тебе кто-то, непонятно еще кто, и даст тебе устав на дощечках написанный. Истинная и спасительная вера только от Слова Божия, от Библии. Почему у православных в храмах об этом не говорят нигде? Если говорят, то так как бы между прочим. А в общем, слушай, что тебе дядя в рясе скажет. А он другой раз скажет такое, что через 5 минут я спрашиваю. А он говорит, я сам не знаю, что сказал. Человек в священном сане 51 год, а мы идем с ним из храма. Я спрашиваю, о чем вы читали сегодня, батюшка? А он знать не знает, а в монастыре служит. Насколько сложно сделали все и непонятно. Да еще и по-церковно-славянски прочитал. Это не где-то, а в Киеве. Итак, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий. Если вера от слышания, а не веря от чего? Не верят-то, что не слышали. А раз они не слышали, то как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будешь послан? Опять пришли к тому же. Послал Господь на проповедь апостолов, а если бы вышли и не проповедовали? Если бы проповедовали, но не Слово Божие, значит, посланным надо быть, не воспитываться, в руках должно быть Слово Божие и вера от слышания, чтобы в уши глухонемым помаячить. И дальше вера и благодать может коснуться. То, что ты послан и благовествуешь, это благодать призывающая. То, что человек обратится, благодать обращающая, а потом, приводив церковь, он будет принимать крещение, это благодать освящающая. Феофан Затворник так показал слово «благодать» по ступеням, и слово дается, делается понятным. То, что у нас две части, первое намертво отсутствует, это наяву. Приучили народ, что главное зайти в храм, какой-то оберег получить, что-то взять, прикоснуться, что-то от внешнего, осязания, от целования, и мы вдруг станем верующими. Слово «неверующий» я никогда не думал, что оно переместится в Новый Завет. В Ветхом Завете оно ни разу не встречается, а в Новом Завете 14 раз. Почему? Пока не знаю. Значит, прошла какая-то резкая грань. Там в Ветхом Завете не было проповеди. Был только один Израиль. Вера стояла не на первом месте. Обрезан был, пришел вместе со всеми, ходит. А уж вера на каком там месте у него стояла? У родителей получали обрезание. И он уже считался еврей правоверный. Как у нас сейчас. Покрестили маленького ребенка. Я верующий, я крещенный. С бабушкой в церковь ходил. То же самое. Слово «неверующий» побуждает задуматься, а верующие мы или нет. В Ветхом Завете только в неканонических книгах говорится дважды. «Премудрости Соломона», 1 глава, 2 стих. «Ибо он обретается неискушающими его и является неверующим ему». Плохо ли быть неверующим? Я не за Бога и не против. Иной скажет, нет, так нельзя,
потому что 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Ты можешь ни слова не говорить, но если Бог говорит в Библии, а ты не веришь, то ты непрестанно как бы говоришь: «Бог лжет, Бог обманщик, Бог неправильно сказал, я не верю этому написанному в Библии». А лжец – дьявол. И потому неверие имеет следующую ступень. Ты приравниваешь к Бога к темной силе. Конечно, когда за неверие, тогда за неверие ответишь по полной программе. Не просто он неверующий, хороший человек, как мать говорит: «У меня сын неверующий, но он хороший, и невестка хорошая». Я от вас слышу это, и не раз. По отношению к вам они отличные и добрые, а по отношению к Создателю своему они нечестивцы, они враги Божии. Так их и нужно рассматривать. А то спрашиваешь, не могут ответить. Да он не против, он мне рубль на свечку дал. Вы не можете определить, верующие у вас дети или неверующие, поэтому вы им не можете свидетельствовать. Вы прямо заявите им: ты веришь в Слово Божие, ты исследуешь Евангелие, ты совершаешь утренние и вечерние правила, ты ходишь на исповедь к священнику. Уже выявится истинная картина его поведения, его свидетельства, желание приобрести новые души, желание волка сделаться ягненком. 3 Ездра, 15 глава, 4 стих. «Ибо всякий неверующий в неверии своем умрет. Если умрут они в неверии, то дальше начинает вступать в силу темная власть, ложь. Мы его отпоем, он же крещен был. Это враг может сделать». Слово Божие говорит: «Умрет в неверии». Екклесиаст, 11 глава, 3 стих. «Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Если в церкви есть молитва за умерших, то в ней все время повторяется: «Раба твоего, рабу твою». Я вам вчера разъяснял, как видится это слово, что человечество впало в ров погибели. Каждый человек — это раб, раб с ограниченной возможностью. Мы очень слабые, мы настолько немощные. Укрепление наше только через Слово Божие, прикосновение через Духа Святого с истиной, с самим Господом. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его». Неверие и предательство идут в одной строке. Ты не можешь просто быть безразличным. Евангелие от Матфея, 12 глава, 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Коммунисты потом возьмут эти слова для себя на вооружение: «Кто не с нами, тот против нас». Эти слова может сказать только Христос. «А против нас кто?» Христос говорит. Евангелие от Марка, 9 глава, 40 стих. «Ибо кто не против вас, тот за вас». Если человек как бы нейтральный сегодня, то он уже за нас, лишь бы он против не воевал. Деяния апостолов, 14 глава, 2 стих. «А неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердце язычников». Вот что против нас делают православные попы, не только в Московской патриархии. Что против нас делают сектанты? Они нас клеймят, на чем свет стоит. Неверующие кто? Как их определить? Ибо сами себя они называют верующими. Верующие Слову Божию, неверующие толкованию святых отцов, неверующие соборным канонам, правилам. И они не просто не верят, а возбуждают народ. Неверующий очень активный человек и раздражается такими словами: «Да вы знаете, и приписывать будет что угодно». Так обо мне патриарший поп, отец Николай Бурдин,
поселке Южном говорил, что я всю прессу закупил за доллары, поэтому печатают про нас хорошие статьи. 1 Петра, 2 глава, 7 стих. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна. Они не верят ни по какой иной причине, а по причине умножения беззакония, когда во многих охладеет любовь. Не верит человек не потому, что не нравится ему Христос, он его и не знает, а потому что привык жить по своей злой прихоти, по своей воле. И неверие выражается именно в непринятии Иисуса Христа, а для нас он сделался драгоценностью. В первом послании к Коринфянам, 7 главе 12-13 стихе, говорится об единственном человеке, которого мы можем терпеть, переносить, нести и беречь, и держать около себя неверующим. 1 Коринфянам, 7 глава 12-13 стихи. Если какой-то брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Так мне придется вместе с ним ложе разделять. Златоуст говорит, что Павел как бы обнимает, садясь на общее ложе, и говорит: «Уступи, в этом греха нет. А кто знает, может, твое поведение его подвигнет другому, а может, ты действительно по-настоящему будешь искать Бога». Мне приходилось читать об одном страшном атеисте в советское время. Он всюду и везде, в лекциях, поносил Христа. Но вот заболел раком. А жена была верующая и тайно молилась за него. Она хотела, чтобы он такой красивый, статный, какой есть, стал верующим, в хоре пел, а может, батюшка еще будет. И она усилила молитву о нем. И он однажды, изнемогая в болезни, говорит: «Лиза, у тебя дома есть Евангелие?» Она воспряла духом, значит, ему легче. Он снова рвется в бой с верующими. «Есть. Дай мне его почитать». И она сразу поняла, что этот момент обращения. Она едва не потеряла веру из-за этого. Потому что между своей молитвой она оставила саму себя. Она ждала его обращения, но не такого сломленного, раздавленного, сдавшегося, не такого, который на краю могилы теперь обращается к ее Богу. Нет. Жажда его обращения, она жаждала славы себе, чтобы он пришел ко Христу, и теперь она с ним пришла бы в церковь и могла бы похвалиться: «Вот, у меня муж какой верующий». Она подала Евангелие, ушла в другую комнату и горько заплакала. Мы слышали запись про одного атеиста, как он обратился к Богу. Богачев Юрий Павлович. Но не каждому это дается. Когда мы что-то просим, мы должны соглашаться: «Господи, что бы ни было, мы согласны с этим. В Сына Моего, Дух Святой, я прошу, войди, он будет расстрелян. Да будет воля Твоя святая, его посадят, пусть он никогда не выйдет, и не хлопочи о том, чтобы освободили, стремясь облегчить его участь. Ты ему Слово Божие дай, а остальное он перенесет». Римлянам 15 глава 31 стих. «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Я особенно прошу помолиться за неверующих, которые в сане священников, епископов. Эти неверующие окружают нас со всех сторон, вплоть до патриарха. Они лютуют, особенно сейчас, за наши книги, и злоба не имеет никакого конца. Они пойдут на что угодно, как иудеи неверующие, которые поклялись не пить и не есть, пока не убьют Павла. А Павел просит: молитесь, чтобы избавиться от неверующих. Люди верующие ищут какого-то знамения, икона, чтобы замироточило, чтобы исцеление от мощей было. Знамение дается для неверующих.
«Я бы никогда не узнал толкование, если бы не Иоанн Златоуст». Он говорит: «Неверующие не те, которые за порогом стоят, не те, кто, войдя к вам, скажет, не беснуетесь ли вы, говоря на непонятном языке. Речь идет о тех, которые верующие, у которых не хватает веры, и они вопрошали, принят ли я Богом, простил ли он меня, и просили какого-то свидетельства». В житиях описывается такой случай. Один диакон отступил, ушел, жил где-то, блудно потом вернулся. «Хочу знамение. Господи, покажи, я прощен или нет?» Уже епитимия кончилась, и ему снова дали чашу нести. Он выходит с чашей, и в это время у него как будто после операции катаракты, лопнул глаз и потек. И он понял, что это знамение. Бог меня простил. И чтобы поверить, что нас Бог простил, нам нужно, чтобы оба глаза вытекли. У нас уши не работают, и глаза должны за это отвечать. Другой поставил свечу в сосуд и смотрел на нее. «Господи, я поставлю, а зажигать не буду. Буду молиться и молиться, а ты яви мне знамение, что я принят тобой снова». В Библии написано, Псалом 90, стих 15. «Воззовет ко мне, и услышу его». Но неверующим Слову Божию, свидетельство Божие из Священного Писания совершенно недостаточно. Им нужно видение. Им нужно видение, знамение, благоухание, а еще лучше – сияние света чудное небесное. Вот блудник молодой инок вернулся и молится, и перед Пасхой вдруг свеча у него загорелась. Ликованию всех было, что Бог простил непутевого. На знамение склонились, а на Слово Божие не смотрит. Никакого авторитета Библии нет, чтобы знать, что мы прощены. Для этого ничего не надо, кроме веры. Неверие и его по одному мы уже узнаем, что, находясь в монастыре, они были в буквальном смысле неверующими. Для веры нужна только вера, больше ничего не нужно. Сказать «я верю всему написанному, всему, что ты говоришь мне, Господи». 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Говорится о том благе, которое дарует вера, и какой ущерб причиняет неверие. Мы себя должны все время проверять, верим ли мы. И Писание говорит так, 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Испытывайте самих себя и в поступках, и в желании распространить Слово Божие и отстоять истину. Ты можешь быть совершенно один, но с тобою Господь. Мы сегодня входим в такую стадию нашей общины, что нас даже свои будут считать чужими, если мы не согласимся на это объединение, а у нас веры на это нет, что там добро. У меня вера в то, что у меня хорошо. У меня эта вера есть. Мы начали что-то строить, а мы не знаем, будет что-то или нет. Но я все время говорил, впервые, первые, которые случайно приехали, это как вышедшие из Египта, в песок уйдут. А второе народится племя, будет их на их месте. И мы сейчас видим, что это исполняется. Вера не постыжает. Вера дает уверенность осуществления невидимого. И это все мы получаем в сегодняшнем евангельском чтении. Вам Бог дает веру, и испытывайте ее. Друг друга испытывайте. Если кто-то спрашивает тебя о твоем уповании, ты не посмей оговариваться или ерничать, не говори,
Ты слишком верующий. Что ты меня спрашиваешь? Написано. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Подойди и меня испытай. А ты в это веришь? Да. Написано о семи ефесских отроках, воскресших через 200 лет. 250-450 год. Что православные епископы в то время потеряли веру в воскресение из мертвых. Если бы не жития святых за 4 августа, то даже нельзя поверить было бы, что епископы православные такими были около 450 года. Так вот, во что же верили, если ничего за гробом нет? Тогда зачем мне этот саддукейский дух нужен? Бог тогда семь отроков усыпил и через 200 лет их воскресил, и они явились. Вот мы живые, они не умерли, а как бы заснули таким сном. Мы еще не знаем, верят ли наши священники, наши епископы. Но судя по тому, как они лютуют против Слова Божия, похоже, они верят больше в мирскую власть. Им надо благодарить, благодарить власти, любую власть будут благодарить. И мне кажется, что они и лукавого будут благодарить. А нам написано, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе, ибо у нас есть вера». Аминь.